Ну, пока наша стальная часть. Вот я проэкспериментировал, то есть я печку посадил, покрасил, ну, только стало матовой, больше ничего, это устраивает меня. Так, сейчас мы с вами сделаем следующее. Покрасим вот эту часть внутреннюю тоже. Еще гусеница. Краски много, не будем жалеть, покрасим везде. В итоге выглядит вот таким образом. Теперь надо сделать катки, ведущие к шестерне. Сейчас придумаем как. Так, дорогие друзья, ну что ж, начнем мы, пожалуй, заканчивать. Начнем заканчивать. Носорожка. Пора настала. Я пилотом стала. То есть вот наш носорожец в целом, да? Я не угадал, надо было по площади сделать. Ну да ладно. Что еще есть у нас? У нас есть заготовка гусеницы. Это нам. Так, кроме этого есть тот самый ящик, так, где что, по-моему, этот сюда уходит, этот сюда, сам корпус, ну ладно, это посмотрим так. Ящик есть готовый, надо его покрасить будет. Это дно его. Ну и, короче говоря, сегодня мы с вами это дело закончим. Я надеюсь. Для того, чтобы мне закончить, да, я включу ускоренную включу запись ускоренную и в ускоренном темпе под музыку. Я знаю, некоторые из вас не любят под музыку, но если я буду делать это без музыки, это будет страшно скучно. Что ж такое у меня не получается? Опускается у меня этот... камера. И посему вот начнем мы вот с этого. Здесь у меня должны быть разного вида шестерни и так далее и тому подобное. Ну, начнем. Итак, дорогие друзья, сегодня наступил день, когда мы должны закончить нашего братца-носорога. Все для этого готово. Есть полимерная глина, есть передняя часть, задняя часть, есть моторная часть. Механизировано, есть корпус, который надо будет еще покрасить,
Вот. Но этого ящика корпуса, то есть кузов, мы тоже сможем сделать. Ну, а первое, что мы начнем сегодня, это закончим эту гусеницу. Она у нас уже довольно-таки респектабельная такая, симпатичная. И нам надо ее закончить. Закончить тем, поставить ведущие колеса. Не знаю, это, наверное, будет большеватое, хотя, кто ее знает, в этой ситуации. Она у нас больше не пойдет в печку, поэтому можно спокойно клеить, красить, все что угодно делать. Поэтому откладываем сначала нашего персонажа в сторонку. И сейчас займемся и тут у меня есть баночки, вернее, крышечки из-под пива, которые я тоже здесь в качестве ведущих валов буду использовать. Покрашу их, приклею. И будет все отлично. Ну, я сразу скажу, что я знаю, мне сказали, что под музыку не так интересно. Желательно все слышать, видеть. Но в этом случае видео будет просто ужасно огромным. А без музыки, мне кажется, будет скучно. Поэтому сейчас так и сделаем.